В Гоголевской библиотеке сегодня прошел День открытых дверей. Волшебный мир книг, экскурсия по библиотеке, бесплатный читательский билет. И это далеко не все, что сегодня предлагала библиотека студентам и школьникам. Сюжет Бека Абдинова. По доброй традиции, сложившейся из года в год, в областной Карагандинской библиотеке имени Гоголя проходят дни открытых дверей для учащихся и студентов нашего города. Этот год не стал исключением. Этот день мы проводим ежегодно, традиционно, уже много лет. Основная цель нашего мероприятия, вот такого «День открытых дверей», это привлечение внимания наших жителей нашего города, наших карагандинцев к библиотеке, к книге, продвигать нашу книгу, наше чтение в массы. Современный этап развития нашего общества невозможен без непрерывного совершенствования образования. Важная роль в этом отводится библиотекам. И один из путей решения этой задачи – научить детей работать с книгой учебной и художественной. Не менее важно указать учащимся путь поиска необходимого издания, познакомиться с рациональной организацией умственного труда. Человек, вооруженный этими знаниями, способен самостоятельно овладеть глубокими знаниями. Я узнала, что здесь есть кружок английского языка, как я хочу изучать английский. Также клуб Жиржаухар, это клуб, кто... о творческих людях, кто пишет поэзию, прозу, поет и танцует. Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце, писал Уильям Теккери. Бек Абдинов, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.